Здравствуйте, уважаемые посетители сайта artshoprus.com. Это видеообзор на бокал для вина «Поцелуй» Густав Климт. Бокал выполнен польской фирмой «Кармани». Сделан он из стекла, ножка тонкая. На одной из сторон репродукция с картины «Поцелуй» австрийского художника Густава Климта. Всем сторонам бокал также украшен золотыми завитками и орнаментом в стиле Климт. Также выполнена и декорирована ножка. На самой подставочке написано «Густав Климт, 1908 год» и достаточно интересный орнамент. Бокал удобный, он хорошо ложится в руку, легкий, объемный, подходит для красного и для белого вина. К нему прилагается подарочная упаковка. Вот такая. Это туба, сделана в форме цилиндра. Вот стеночки у нее выполнены из плотного картона, а нижняя часть и верхняя крышка из жести. Вот. Бокал дополнительно также упаковывается пленочкой специальной и вкладывается вот в такую тубу. Это очень интересный и самое главное, что качественный подарок для тех, кто интересуется и любит творчество Густава Климта.